И закончив, получается, комнату, доделывать, переделывать профиль под пластик в будущем. Подготавливать, сейчас буду ее к плитке. Все, пол выметен. Здесь перепад пола, стяжка, вот что видели, залита по маякам. Вот один маяк, второй стоит. И маяки были установлены так, что перепад пола составляет 2,5 сантиметра. Здесь будет очень весело ложить плитку. Плитка будет выравнивать пол. Буду четко делать по уровню. Вот такие вот будут весело. То есть 2,5 сантиметра. Если положить. Ну, так плоскость как бы. Да даже видно, что и плоскость неровная. Она один угол туда, один сюда. Вот самый высокий угол как раз получается вот здесь вот. Куда дальше вниз уходит. Вот где ведро стоит, там на как раз самый низкий участок. То есть лучше бы они этого не делали. У меня плита здесь была залита гораздо ровнее, чем это была стяжка. А вообще хозяин спрашивает, а для чего стяжку залили? Все готово. Под бетонный контакт и под плитку начало. Поехали. Итак, пол загрунтован и начинаем подготавливать под укладку плитки. То есть первый ряд, вот заходим с двери, будет ложиться вдоль стенки. Он будет видимый. Вот первую плиточку я обрезал, уже поставил сюда. Под дверь сразу под дистанционным крестиком выставляется. Вот они стоят у меня уже. И шнуркой такой, да, обвивается линия от этой плиточки и до конечной плиточки. Это у нас будет первый ряд, чтобы примерно ровно. Но мы край будем еще равнять уровнем или правилом, когда будем выкладывать ее, чтобы швы не расходились, так как плитка у нас печальная и очень кривая. У нее размеры пляшут, все пляшет. То есть первый ряд от того, как выставим, будет как бы зависеть весь ровно, ну, вся ровность швов у нас по площади. Здесь еще плитка будет ложиться на слоя, потому что перепад от самой верхней точки до самой нижней 2,5 сантиметра. В общем, спасибо тем, кто заливал стяжку. В общем, вот такой вот пол получается. Я хочу показать и передать привет всем тем, кто там пользуется услугами для стагбайтеров. Стяжка была залита на маяки. Я изначально знал, что тут будет беда. Ну просто, как говоришь, там 2,5 сантиметра хозяина будет по подосам. Особо не слушают. Вот второй маяк. То есть все, маяки есть. Вот такие слоя. Эти. Покажу. Эти. Где он? Почти 3 сантиметра клея. Нормально? Чтобы было вот так. Здесь провело на уровне. Маленький уровень просто на плитечке стоит. Все четенько. Получается вышел, вот там где стоит сейчас магнитофон, вот угольник старый мой. Там 0. То есть там слой 0,3 где-то миллиметра клея. И, в общем, вот еще доска, вот видите, идет по краю, по ней видно, то есть как она плавает. Она прибита, и все, доска скрылась. И приходится долго мучиться, замешивать, уходит много клея, чтобы получилась такая красота. Собственно, работа подходит к завершению. Осталось совершенно небольшой объем, положить 4 плитки. 4 ровных, одна с подрезочкой. Вот так вот получается плиточка. Вот выходим, то есть я там показывал 3 сантиметра, и здесь буквально уже на сантиметр клея. С этой стороны там тоже было в том дальнем вообще 0. Комнатка получилась. Вот. По задней деревяшке, я думаю, все видно. 275 килограмм сюда ушло клея. 11 мешочков. Ну, все, в следующий раз уже буду снимать, когда затру. Ждите, осталось чуть-чуть. Ну, вот, собственно, плитка уложена на толстый слой, с которым пришлось помучиться.
Вот такое качество укладки. Уровень соблюден полностью. Провела как не кидай. Все ровненько. Чтобы было видно. Плоскость ничего нигде не торчит. Все симпатично и красиво. Вот такие вот красивые швы, как они смотрятся, обожаю. Хоть плитка на самом деле очень-очень кривая, швы немножко приходилось регулировать, но вроде бы все получилось хорошо. Качеством, в принципе, я очень доволен.